И к другим новостям в другом государстве. Рост цен на топливо и электроэнергию вынуждает мэрии украинских городов принимать непопулярные решения. Например, в Мариуполе 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте. Решение на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте было принято на заседании местного исполкома. Уже с завтрашнего дня билет в мариупольских троллейбусах и трамваях будет стоить 3,5 гривны, в автобусе 4, а в маршрутном такси 5 гривен. Многие мариупольцы, мягко говоря, недовольны очередным подорожанием. Цены растут, мало того, что на коммунальные, на продукты, что давайте проезд поднимем. На фоне, кажется, обнищания людей такое подорожание, но ничего хорошего не приведет. Частные мариупольские перевозчики считают, что принятых мер явно недостаточно для обеспечения рентабельности транспортных предприятий. Следующий этап подорожания ожидается уже 1 августа.